Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня снова я, Александр Михаленко. Сегодня я нахожусь возле Генуэзской крепости. Наверное, многим известна вот эта каменная лестница, по которой мы поднимались к этой крепости. Сегодня я хочу пройтись по набережной Судака. Как видим, людей уже нет. Сезон окончен. Сентябрь на дворе. Осень пришла наконец-то. Это мое самое любимое время года, когда народ разъехался, и можно спокойно, свободно погулять по Судаку. И дождь, как я обожаю дождь. Круто просто. Сейчас поснимаю вам немного. Такая Нагинайская крепость. Что, где там экшон камера? Улица Морская, друзья. Мы движемся к городскому причалу. Если его не закрыли в такую погоду, будет интересно туда зайти. Посмотрите на эту улицу. Она не заставлена машинами. Она свободная. Все разъехались, круто. Снимаем дальше. Начинается дождь. Гостиница Старта. Я думаю, она известна многим. Стойте. Уже видно море. Подходим к нему. Еле-еле там 5 человек нас перебили.
Все, друзья, городской причал сегодня открытый. Зимой его вроде бы закрывают. Точно не могу вам сказать. Там-там-да-дам. К сожалению, вот так и не отреставрировали. Вот видим, часть валяется. Такое море. Стойте, экран. Море сегодня не штормит, спокойное, можно сказать. Вот сам причал, друзья. Посмотрите, нет ни одного человека. Это круто. Вот и что я люблю осень, друзья. Когда все наконец-то разъехались, можно спокойно погулять по судаку. Отдыхающих нет, посмотрите, пляжи пустые. Нет ни единственного человека, который бы купался сегодня. Ну, может, там найдутся, конечно, люди, но здесь их нет. О, смотри, какая водичка. Такие лодки здесь стоят. Даже корабль какой-то. Оу, смотрите. Главное нам не упасть. К рыбакам с перегаром не подходить, а рыбаков-то и нет здесь, потому что все, сезон окончен. Воу, здесь сильный ветер. Ой, смотрите, даже рыбка плавает. Вы ее не видите на этот объектив, но мне она видна. Вот, смотрите, много. Ух ты, здесь вообще ее много. Возле этой катера. Может, увидите вот так. Напишите, видно вам, не видно, в комментарии. Вот такой он судак. В сентябре. Давайте, друзья, спустимся к морю, посмотрим оттуда на мост, на само море. Судак.
Те уже в курточках ходят. Хотя вчера все еще купались на море. В общем, друзья, вот такое небольшое видео для вас из Судака. Спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на канал Александр Михаленко, поставить лайк. Все, всем спасибо.